Привет всем. Сейчас, гуляя с ребенком по городу Клин, зашел на территорию школы, которая выпустила меня в далеком 1994 году, то есть 23 года назад. Идем именно той дорогой, которой я ходил в школу в свое время. Вот здесь как раз у нас до сих пор остался яблоневый сад. Одно время было то, что ветки чуть не ломались из-за яблок. Как раз вот сама школа, здесь, здесь спортзал у нас был для старшеклассников, не то что старшеклассников, с 5 класса. Именно здесь занимались. Сейчас школу обойдем вокруг. Покажу наш стадиончик, где мы занимались в теплое время года. Вот эти окна, 3 этажа, именно вот эта сторона. Здесь 1, 2, 3, 4 классы. Кабинеты. Вот на верхнем этаже вот эти окна, 2 окна с занавесками. Это в мое время был компьютерный класс. Не знаю сейчас, остался он, не остался. Кстати, с той стороны спортзала, ну опять же обойдем, посмотрим. Столовая, вот эти верхние окна, это библиотека наша центральная. И так как вот это вот один, это основной корпус, а это типа пристройки уже идет. Вот это вот переходик соединяющий, двухэтажный. У нас как раз на втором этаже с той стороны музыкальный зал и актовый зал. Здесь мы сейчас как раз подходим к центральному входу. И на площадке, перед которым проходили торжественные линейки постоянно. Ели до сих пор растут, я их помню. Ну, ту и не помню. Были, не были, врать не буду, реально не помню. Ну, по крайней мере, вот этот кустарник был. Ну, конечно, везде понавешали камер видеонаблюдения. Конечно, будем гулять долго, по-быстрому бегать не буду, потому что пусть ребенок поспит. Ну, конечно, трансляция будет вестись меньше, чем я буду гулять. Вот как раз на этой площадке у нас проходили торжественные линейки в начале года, в конце года. Не представляю, как мы все помещались. Вот она, гимназия номер 2 города Клин. В мое время была эта школа. Вот здесь вот, не помню, вот эти окна, по-моему. Это кабинет директора. Если мне память не изменяет, это кабинет директора. Вот это кабинет биологии. Но с той стороны мне это будет лучше. Или вон там кабинет директора. Сейчас не вспомню. Ну, вот здесь вот маленькие окошки, это раздевалки. Вот это на 5-м этаже кабинет, не помню, честно. По-моему, сейчас, вот эти окна с открытой форточкой, кабинет русского языка. Вот эти окна за карнизом, это кабинет биологии был на 2-м этаже. Ну, благо, что сделали пандус для детей с ограниченными возможностями. Это, конечно, большой плюс. А как раз вот, пока пандуса не было, мы вот по... здесь тропиночка у нас была вытоптана. Кстати, она до сих пор тут есть. Ну, частично. Потому что мы в, в свое время бегали курить за угол. И сейчас зайдем
зайдем за угол, покажу, где именно мы курили тут. Так, сейчас, секундочку. Как раз вот тропиночка, видите, вытоплена. И вон карнизик, дверь. Вот туда постоянно ныкались. Дымили по чуть-чуть. Так, вот этот кабинет, хоть убей, не помню, что за кабинет у нас был. Может, если в школе войти, может быть, и вспомнил бы. А с той стороны, туда дальше мы как раз идем, у нас, не помню, на втором или на третьем этаже у нас урок, кабинет английского был. Вот здесь вот стояли, курили. Ну, конечно, сейчас дверь более облагорожена, а тогда она обшарпанная была. Причем одна дверь, а не как сейчас, трехсекционная. Вот это у нас как раз урок, здесь кабинет труда. Здесь работали постоянно. Тут несколько секций окон. Здесь у нас парты стояли. Ну, как парты. Станки здесь деревообработка, а здесь металлообработка. У нас было разделено все. Здесь что у нас? Тоже, по-моему, что-то из трудов, или фиг его знает. Кабинет истории, по-моему, был вот здесь, вот за этими вот окнами. Там те окна, это кабинет УБЖ. Вот это наш стадиончик, на котором мы занимались постоянно. Видите, асфальт весь уже раздолбанный. То есть его не ухаживали. Само поле, оно заросло, осталась только центральная линия от ворот до ворот. А в мое время, чтобы такого вообще никогда не было. Потому что постоянно сами все вытаптывали. Ну, было красиво, короче говоря. Вот это вот баскетбольное кольцо, если вы его видите, сейчас вот оно еще стоит с тех самых пор, как я здесь учился. Сейчас уменьшу. Вот там у нас окна, сейчас подойдем поближе. Вот это у нас детский спортзал, то есть с 1 по 4 класс, и то не всегда. Но в основном 1 и 2 классы занимались. Вот как раз мы зашли на территорию, на задний двор, так называемый. Как раз отсюда постоянно, отсюда выходили на этот, на всякие занятия летом. Всякие митинги, как раз вот. Вот. За елью на втором этаже у нас кабинет биологии был. Вот здесь вот, за этими окнами, у нас кабинет русского языка и литературы. За этими математика у нас была. Третий этаж, хоть убей, не помню, что на третьем этаже у нас было. Вот эти как раз кабинеты начальной школы, вот здесь вот. Ну и вот там, по-моему, в углу, у нас уроки труда для девочек проходили. Кстати, в свое время тут у нас делали
типа велодорожки, на самокатах, на велосипедах дети сейчас катаются. Раньше этого не было ничего. Были грядки. Причем в прямом смысле слова. Тут сажали всякую муть для столовой, для нашей. А вот здесь вот, здесь сейчас газон. Но у нас в мою бытность здесь стояли две теплицы. Не помню. Ну, скорее всего, что-то сажалось. Здесь. Как раз вот мы на этом переходик, который между основным корпусом и пристройкой, где спортзал для старшеклассников, как раз вот на второй этаж подъем. И как раз с этой стороны вот окна, кабинет музыки был. Может, он и сейчас есть. Вот это окно, это у нас медпункт. Кстати, пару раз попадал сюда. Здесь у нас вот эти окна все, это столовая была. А сверху, за деревьями не видно, это актовый зал. Ладно, вот я сделал полный круг. Так что будем прощаться. Всем пока-пока.